18 мая приход святого князя Владимира в Нарва-Ыесу отметил первую годовщину со дня возрождения приходской жизни на месте разрушенного храма. В этот день была совершена божественная литургия, по окончании которой все молящиеся были приглашены настоятелем на чаепитие. На богослужении присутствовали мэр города и члены городского собрания. Господин мэр обратился к прихожанам с приветственным словом. Строительство этого храма действительно 2 года назад было подписано, городской стороной я подписал, городское собрание дало на это добро, и мы надеемся, что наши работы насчет этого пройдут хорошо. Позавчера вечером, когда у меня была встреча с финскими журналистами, телекомментаторами, 16 человек было там, и я этом деле им говорю. И они обещали, что в финском телевидении обязательно прозвучат эти слова. Я желаю вам меньше разговоров, больше дел. Ровно год назад в Уснарве произошло одно очень важное и замечательное событие. Ровно год назад в этих стенах была совершена первая божественная литургия, и в сегодняшний день мы собрались под сводами уже чуть-чуть увеличенного храма для того, чтобы возблагодарить Господа за Его милости, которые Он изливает, за Его благословение, которое Он посылает нам, за Его благословение, которое Он посылает этому городу, потому что все в этой жизни делается по воле Божьей. И сегодня мы уже празднуем годовщину нашей общины. Пусть, может быть, собралось не такое количество людей и не совсем много собрались в силу определенных обстоятельств, но мы знаем и можем засвидетельствовать перед господином мэром то, что наша община растет, то, что люди тянутся и имеют благое непринужденное желание возродить утерянную святыню. Отец Платон отметил труды некоторых прихожан почетными приходскими грамотами. А также молящиеся в этот день поздравили настоятеля храма с первой годовщиной.